Коми фиксирует высокий уровень неплатежей за тепло и горячую воду. Об этом на коллегии прокуратуры заявил руководитель ведомства Николай Егоров. Сфера ЖКХ находится на постоянном контроле надзорного органа. Долги не позволяют теплоснабжающим организациям в срок проводить ремонты, в том числе в рамках инвестиционных программ. По словам Николая Егорова, только по итогам прошлого года прокурорами выявлено более 400 нарушений при подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду. А 4 муниципалитета вовсе не получили паспорта готовности.